Доброе утро! Я готовлю вкусный, мой любимый холодный кофе. Начинаю с сиропа. Это соленая карамель. Так вот поливаю края. Добавляю лед. У меня, конечно же, все падает. И потом открываю свою огромную бутылочку. Это уже продается такой кофе в магазинах. Удобно, не нужно нигде его варить и делать. Потом добавляю любимое банановое молоко с корицей. Написано, что оно без добавления сахара, но оно реально очень вкусное. Вот так. Продаются вот такие вот кримеры. Но это как сливки. Их добавляют в Starbucks. Это тоже фирма Starbucks. Прям немного. Но кримеры все сладкие. И у меня есть из Икеи вот такая штучка. Пить. Все. Взбили кример и добавляем вот сюда. Просто офигенный вкус. Вот так вот выглядит.